Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Рассвет. У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара. Кладбище домашних животных. Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми. Проклятие плачущей. Рассвет. 17-летний школьник Джош вместе с командой разнообразных отщепенцев, включая бывшего хулигана Уэсли, ставшего самураем-пацифистом, и 12-летнюю пироманьячку Анжелику, пытается выжить на улицах постапокалиптического Глиндейла, штат Калифорния. Сражаясь с безумными бандами и зомби-подобными мутантами, Джош рассчитывает найти свою пропавшую девушку. Полароид. Я поймал дьявола. Мэтт с женой Карен в преддверии Рождества решает сделать брату Стиву сюрприз, и супруги без предупреждения приезжают к нему в гости. Но радостное воссоединение семьи омрачается неожиданным открытием. Оказывается, в подвале у Стива кто-то заперт. И сам парень уверен, что пленник никто иной, как сам дьявол. Первоначальный шок супругов сменяется паранойей. Праздничные выходные оборачиваются кошмаром. Страшные истории для рассказа в темноте. Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.
тихое место, семья с двумя детьми живет на отдаленной ферме. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей, но они живут в месте, которое наполнено ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Реинкарнация. После смерти матери Энни Грэхэм в ее ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизни ее близких. С каждым днем открываются новые ужасающие секреты их семьи. Звонок мертвецу. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!